Приветствую, многоуважаемые ребята, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Frostborn. Это новая игра, ребятки, это первый взгляд от Дариди, надеюсь на ваши лайки и комментарии. Если ты хочешь больше серий по Frostborn, обязательно поставь лайк и напиши комментарий. Будет хорошая активность, будет каждый день Frostborn. Это новая игра, ребятки, офигительная. Ну что ж, о боже мой, как интересно, вот самое интересное в играх, когда вот ты только начинаешь играть, тебе все прям интересно, каждое дерево, каждый кусточек тебе интересен, тебе хочется собрать. Вау, это же брусника! Это же брусника, ребятки! Ух ты! Бревно, полено, прям как в ЛСД. Это что такое? Вау! Это листочки! Ну, типа того, ну, все равно впечатление намного больше. Это я немножко утрирую, но впечатление все равно классное, ребят. Очень классное, когда ты играешь первый раз. Игрушка действительно очень классно сделана. Видно, что офигительная визуализация. Вау, это кто такой? Это драчуны какие-то! Это драчуны, ребята. Что они делают? А, драук. Я думал, это драчуны. А, боже мой, дикий угар. На канале Дариди. Это кто такой? Лось. О, лось, ребята, лось. Куда побежал лось? Не, конечно, не буду. Пускай бегают. Я думаю, это наш домик будет. Пускай бегает лось. Вау, кроватка тут есть. Тут есть стол. Чемоданчик. Давай. Ух ты ж. Оп, ворон. Что? Птица. Птица-скаут летит по прямой, разведывая для вас местность. Редкость необычная. О, боже мой. Метательный топор поражает противников на расстоянии. Редкость необычная. Урон 50. Как же это классно. Давайте, наверное, оденем какую-то броню. Это какой-то меч. Меч. Простенький меч, но острый, и в нужный момент может спасти вашу жизнь. Редкость необычная, урон 17, скорость все-таки 1,3, урон 22,4 в секунду. Давайте наденем. Ребят, если вы подумали, что я веду себя как дурачок, нет. Так оно и есть. Да я шучу, конечно, нормально. Я нормальный, вроде как. Решайте сами. Так, что такое конюшня? О, боже мой, я хочу эту конюшню. Я хочу этого белого скакуна. Так, хотелка треснет скоро у меня. Что такое? Ребят, будут донатики, ребят, обязательно будут донатики. Только поддерживайте лайком, только рассказывайте друзьям. Вы знаете, что я много сделал донатов не в те игры. И просто их забрасывал. Ну, забрасывал, потому что поддержка была маленькая, актив был маленький. Смысл, продолжать играть. О, две... Я зря два раза ударил, наверное. Я думаю, все-таки зря. Надо было ударить один раз. А потом добить кулаками. А мы можем... А, слушай, тут карманов, нифига себе. А, подожди. Это дополнительные карманы, что ли? Три дополнительных кармана? Такого ни разу не было. Это домашний участок, а там какой-то... Незанятый участок. Так это тоже мой участок. Я могу с соседями, ребята, я могу вместе с вами жить. Можем вместе локацию просто обустраивать. Офигенно. Домашний участок. Незанятый участок. Я так понимаю, тут может кто-то из ваших, да, быть. Почему лучше играть с друзьями? Вы быстрее возведете стены плечом к плечу и следуйте север. Станьте в 4 раза опаснее. О, ребят, короче, самые лучшие, самые преданные подписчики, которые будут играть в эту игру, будут рядом по соседству жить. Представьте, будете рядом с вами по соседству жить. И будем друг другу, конечно же, помогать, я думаю. Это прикольно, ребятки. Смотрите на правую карту, ребят. Офигеть. Тут видно все предметы, которые сейчас на данный момент находятся. Я думаю, мы будем в эту игру играть, ребят. Вот у вас только поддержка нужна. Какая... О, смотрите, ну у него 1% остается. Ну вот что сделать тут? Я думаю, вот так сделать, да? Тихо. Это просто экономит. Ну, я лишний раз не ударю. Но это очень круто, короче. Так, давайте посмотрим, что мы тут можем делать. Топор, кирка, копье, мешочек. Подожди, у меня нет мешочка, что ли? Ты серьезно? У меня сейчас нет с собой мешочка. Да, ребят, у нас нет мешочка. На 3-м уровне откроется новый слот. На 10-м и на 15-м. Также можно мешок взять. Офигенно, слушай, ну графика может быть не прям суперская, но реализована очень круто. Достойная, графика, да, такая средненькая. Но в общем и целом смотрится очень приятно, ребят, очень приятно смотрится. Я, знаете, я не жалею, что скачал эту игру, меня попросили поиграй в Frostborn. Или иначе я отпишусь и всем друзьям скажу, чтобы отписались. Я думаю, нет, надо что-то решать, надо что-то делать. Конечно же я буду снимать Frostborn. Да что, такого не было. Ну, просто меня попросили снять Frostborn. Это правда. И я
Я посмотрел на игру, я офигел, честно говоря, я офигел. Когда я зашел, скачал игру, когда я зашел уже в игру, поиграл немножко, я вдвойне офигел. Сейчас снимаю, продолжаю офигевать вместе с вами. Настолько это здоровская игра, прям просто безумно здоровская. Бруснику, вот знаете, что мне нравится? Я обожаю бруснику, ребят. Ну, честно, я люблю бруснику и клюкву, просто с ума схожу, не могу без этого. Мне нравится вот этот приятный вот такой вкус горечи, офигенный. Из-за этого я люблю бруснику и клюкву. Это две, одни из моих любимых ягод. Брусники, потому что, ну, брусника и клюква не всем нравится, а мне нравится, да, мне нравится ее вкус, офигительный, с горчинкой такой, классно. Мне в свое время даже швепс понравился, тоже не всем нравился, ну, потом надоел, правда, приелся, но а так швепс мне тоже по приколу был. Тут стеклянный был флакон, ну, стеклянный, конечно, тяжелее таскать, да, но все равно прикольно. Так, значит, мы покушали, нужно следить, конечно же, за пропитанием, чтобы у вас всегда все было. Это растение... А, это... В общем, это мой дом, нам нужно его достроить. А... О, боже мой, ребята, нифига себе. Нифига себе, что тут такое, прям очень много интересного. Стол создания заклинаний, вау. Вау, 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 вау. Я, ребят, в свое время играл во многие игры, и Last Day... И была такая игра, я уже забыл, как она... Ну, что-то тоже старинное время. Перестал играть, потом в Jurassic Survival играл. Ну, просто другие ребята меня обогнали. Я думаю, ой, ёлки-палки. Ну, меня уже просто неинтересно смотреть было, потому что аккаунт уже был запущен. Сейчас это новая игра, и я думаю, мы будем развивать ряд. Все зависит только от вас. Только от вас. Только от лайков и комментариев. Я же слежу за вашим активом. Так, ладно, хватит болтовни пустой. О, дверца, вау! 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 Почему она в одну сторону только открывается? Ну, все равно прикольно. И реально, ну, блин, я думаю сейчас... Со стороны интересно, это как дурачок. Ну, просто, не, это нормально, ребят. Это просто впечатление, я под впечатлениями. Не все игры вызывают прям такие впечатления. Эта игра вызвала у меня впечатление. И поэтому я просто делюсь с вами эмоциями. Так, вот тут можно построить, да? Знаете, что я хочу? А может быть, давайте сделаем вторую. Пускай у нас две двери будут, как вы думаете? Или нет, или одну? Нет, давайте две будут. Да, вот так и... А вот тут будет окошко у нас. Тут будет окошко. Вот так вот. Найс. Мы потом, конечно, будем расширять это все дело. О, это с крышей и без крыши. Ну, это классно, что можно с крышей посмотреть. А, тут мебель, да, но мебели у меня нет. Как выйти отсюда? Боже мой, как отсюда выйти? А, вот закрыть. Ха, так, ну окей. Что такое? Слушай, какая-то дверь... А, ну это у меня простая дверь, слабенькая. Да, а эти-то стены у меня уже довольно-таки хорошие, хорошие. Так, я хочу еще, знаете что? Я, наверное, хочу еще... А, тут не ставится, да? Сундук просто хочу сделать. Смогу ли я его сделать сейчас? Могу, да. Изучить нужно. У меня есть 5 очков изучения. Ну, сундук по-любому вам надо будет делать. А, так, я его только изучил, но нам не хватает веревок, да? Веревки нужны. Я тут подумал, так... У меня есть меч, да, давайте меч возьмем. Меч возьмем. Остальное скину, давайте лишнее уберем. Мне единственное, наверное, ягоды вот сюда поставлю. Нам нужно будет лечиться. Так, и сюда я, наверное, тоже все сейчас сложу пока что. По одному, а если два раза нажму? А, да, это хорошо, что разработчики так сделали, это удобно очень. Одно мясо придется с собой брать. Хотя вот так возьмем, да. Так возьмем. Это мясо по дороге покушаем. Я хочу поизучать этот мир. Давайте уже отправимся куда-нибудь. Так, это домашний участок. Вот он, центр, да? Чего такое? Защитный тотем какой-то. Вы можете выбрать враждовать или заключить мир с другими семьями. Каждые 48 часов они сменяются. В смысле, семьи каждый раз меняются? Энергия тотемов, используемая для защиты, не бесконечна. Глава семьи может выбрать период ее воспламенения, но в это время ваша территория будет доступна для врага. В смысле, враг просто пойдет на мою территорию и будет атаковать ее и заберет мои все ресурсы? Блин, ну это жестко, ребят. Хардкор. Пока что тут никто не заселился, но может кто-то из вас заселиться. Я не знаю, будете ли вы мирны или нет. Будет ли хейтер заселиться или нормальный человек. Но хейтеров у меня не так много, так что шансов много, что хороший человек будет моим соседом.
Смотрите, какая карта. Тут все зимнее, зимняя локация. Я так понимаю, это будет потом открываться, да, со временем. 21 час. Что такое 21 час? Войти. Это я сейчас. Вот мой дом, да, вот это мой дом, короче. Это я не знаю, что такое. О, боже мой, это казна. За сбор ресурсов вы платите налог, который начисляется хозяину казны. Любая семья может попытаться захватить казну и... Офигеть, ребят, все так много чего интересного. Единственное, я боюсь, конечно, переживаешь за свои ресурсы. Вот, что кто-нибудь придет и просто все у тебя отнимет. Ну, мы будем что-нибудь придумать, может быть, более какие-нибудь крепкие стены будем делать. Посмотрим, ребят. Все, я решил, я буду играть в эту игру. Придется забросить Last Day, придется забросить Horror Field. Придется все игры забросить, мы будем играть только в эту игру. Да нет, конечно, шучу. Не забросим, ребят. Просто по Last Day, ну, не сильно, не все смотрят. Есть Урбан, да, в Last Day у нас есть Урбан. Он снимает Last Day. Кто меня будет смотреть, простого смертного? На вот эту игру, в принципе, я... Она новая, и, может быть, у меня новые зрители появятся, я надеюсь. Почему-то не могу зайти сюда, я не знаю, что надо сделать, ребят. Я просто не могу зайти сюда. В чем дело? Это потому что чужая территория. Да, ребят, это чужая территория, я пока не могу тут ничего сделать. Я могу по периметру походить. Видите, тут какая-то защита стоит. Но я там видел, что там было там? Какие-то дома были. Блин, а как, слушай, а как напасть-то, я не понимаю. А можно в чате написать, чтобы он открыл мне проход? Мы можем, смотрите, привет. О, привет. Прикольно, можно общаться, привет. Атакуем, да? Тут такие банальные, а следуй за мной. Отступаем, да? Банальный. Вот это мне нравится. Вот, ребята. О, боже мой, ребята. Я сейчас только что понял. Помните, когда мы играли в Horror Field? Я просил разработчиков неоднократно сделать нам вот больше всяких, ну, для общения, да? Тут очень, тут намного больше. В Horror Field только 4 было варианта. Тут у нас 7 вариантов, смотрите. Вот это я и хотел для общения сделать больше вариантов. И чтобы можно было выбирать. Было бы прикольно, чтобы вместо привета что-нибудь другое мог выбрать. Чтобы вариантов было для общения больше. Ты сам выбираешь. Допустим, стандартные есть. Допустим, 3 стандартных варианта. А вот в эти варианты ты сам что-нибудь можешь написать. Ну, или там последние, или там последние 2-3. Может, последнюю ты можешь сам что-нибудь написать. Вот в эти можно на выбор что-нибудь выбирать. Ну, типа того, короче, вы поняли, да, систему. Было бы здорово, было бы классно. Ладно, выходим. Выходим, ребят, отсюда. Нам надо напасть. Давайте тогда в лес, что ли, пойдем. Налог в казну 10% входит. Мысли, то, что я соберу, это пойдет в часть в казну. Ничего себе. О, новые что-то. Я, блин, это пропустил момент. Надо было сюда пойти. Так, ну ладно, нам на сегодня нужно собрать ресурсов. О! А, я когда изучаю мир, но он открывается со временем. Это прикольно сделано. То есть не сразу, да? Чем дальше ты заходишь, тем больше карты открываются. Карта пока не большая, но и не маленькая, ребят. В принципе, пока что хватит для изучения. И игру, вроде как, я слышал, довольно-таки часто обновления выходят. Это прям здорово. Написали, что тут контента больше, чем Last Day за 2 года выходило. Смотрите, как круто! Вы это видите? Во-первых, видно, что я невидимый, когда захожу в кусты. Я невидим, да? И как он... Боже мой, физика очень классная, видите? Видно, что трава шевелится, когда я хожу. Это круто. Можно к лосю так подобраться поближе. А тут... Тут много... Кто такие? Драуги. Убьем всех драугов. Так, с них ништяки падают, да, я так понимаю? Ну, сейчас посмотрим. Прикольно, мне нравится физика. Очень прикольно, очень круто. Не со всех, конечно, все выпадает. Так, нам надо какие-нибудь ящики, что ли, искать. По-любому тут должны быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это новый левел был. Это был... Тут лучники есть! Тут есть лучники! Вот это найс, ребята! Офигеть! Зомби-лучники, такого в Last Day не было. Подожди. Привет. Это онлайн, что ли? Какого черта? Он меня убьет сейчас! Он меня сейчас убьет!
Он убьет меня сейчас! Остановите, чтобы выйти. Я не могу, ребят, он... Он меня убьет! Нет! Он сейчас все ресурсы заберет. Боже мой, он хочет меня убить! Чувак, пожалуйста, не надо! Отвали! Сдаюсь. Ну почему он так делает, ребята? Он сейчас у меня просто все заберет. Он отстал. Я успел выйти. Как же это круто! Боже мой! Я офигеваю, просто онлайн офигительный. Вы видели, это был настоящий человек. Охренеть. Охренеть. Боже мой. Вот не все. Блин, у меня даже Horrorfield столько эмоций, ребят, не вызывал. Horrorfield очень крутая игра, я знаю. Блин, надо всех, короче, ребята с Horrorfield сюда переманить. Не, Horrorfield, конечно, будет выходить видосики. Ну, вы это видели? Я лично офигел. Это онлайн было, ребят. И он меня хотел убить. Он отстал от меня. Жестко, жестко, жестко. Может быть, он узнал меня? Я не знаю. Ребята! Я сделаю... Horrorfield будет чисто выходить из-за этой игры, чтобы я вам всем мог сказать. Не все будут, конечно, знать. Смотрите! В Horrorfield мы не могли общаться. Тут мы можем встретиться, да, найти друг друга и можем пообщаться. Вы можете стать моими соседями. Ребята, ну где такое есть? Нету такого в Last Day, нет такого в Horrorfield. Да ни в одной игре такого нету, ребят. Это первая игра, где мы можем конкретно с вами общаться и контактировать. Вот, все, вы, ребят, скачиваете игру, вы начинаете играть. Можно, смотрите, блин, ну это реально классно. Взаимовыручка, взаимопомощь. Мы можем делать рейды просто на другие базы. Соберемся, да, свои компании и пойдем на Урбанта. На Урбанта. На Урбана пойдем. Не, я шучу, конечно, на Урбана мы не пойдем. На Печку ТВ пойдем. Не, у Печки ТВ тоже мы не пойдем. Да нет, конечно, на Черешню пойдем. Все, ребят, даем, делаем вызов Урбану, Печка ТВ и Черешней. Пойдемте, ребятки, нашим всем рейдом на них. Ладно, я шучу, конечно, нет, не пойдем ни на кого. Пойдем на других, да, потому что я уважаю Урбана, Урбан-то, Печку ТВ, Черешню. Это те ребята, которые снимают Last Day, те ребята, которые снимают мобильные игры и хорошие каналы, я советую. Вот. Будем вместе, будем объединимся, может быть, большой семьей, будем как-то поддерживать друг друга. В общем, блин, ну игра реально классная. Ну, мы по-любому найдем себе врага какого-нибудь, на которого будем нападать. Будем рейдить. Да, я думаю, это будет классно. О, боже мой, впечатлений очень много, конечно. Сейчас давайте подумаем, что тут надо сделать. Я думаю, ребят, будут донатики тут. Это все проверим. Так, это моя почта, я могу забрать, кстати. Также каждые 18 часов это все можно забирать. Все дело, на почту заходите и забираете. Монеты, ребят, я думаю, потом подорожают монеты, да? В отличие от Last Day и Horrorfield, где там цена была 7500, чтобы максимально сделать. Тут намного все дешевле пока что. Пока что это радует, пока что радует. Я думаю, я куплю монетки, а за монетки мы будем что-нибудь прикольное покупать, да? Ой, ну это что-то чересчур дорого, комната из металла. А, ну конечно, это комната из металла, понятно. В Last Day комната из металла больше 5000, да, стоила? Тут же 2400 за монеты. Можно каменную сделать стену. Я думаю, ребят, в следующей серии мы это все сделаем, все протестим, посмотрим. Единственный вопрос мучает, интересно, игра... С... Мой прогресс сохранится, интересно, или нет? Вот, допустим, мало какого-то обновления будет, или там с другого устройства буду играть. Останется ли мой прогресс? Но я посмотрю на других девайсов, если останется прогресс. Мы сделаем, конечно же, донатики. Тут, блин, смотрите, 100 монет плюс мега крутая, значит, броня, да? За 25 монеток простейшая броня. Блин, ну прикольно. А, тут не броня, набор выжившего, это все нам дадут. Плюс лук дадут. Сфера защиты, вау. Набор ближнего боя за 75. Вау. Вау. Можем также нападать.
на других. Слушай, ну они нападают на слабых, конечно же, не очень красиво. Можно отбирать тут весь лут у других. Так, что у нас по, значит, есть мы сильно не хотим. Нам нужно подобывать чего-нибудь. Давайте посмотрим, зайдем сюда. Сделаем топор, камень, дерево нам нужен, да? Камень, дерево. Посмотрим. Я хочу в 30 минут, наверное, уложиться пока что. Так, это все сюда отправляем. Блин, семена, офигеть. Нам надо что-то построить. Надо по-любому сейчас что-то построить. Так, для начала, все, мы сделаем топор. Отлично, у нас есть топор. Классно, плюс опыт. Ну, деревья все надо будет часть срубить. Я просто все не хочу срубать. Что по краям, наверное, для красоты оставим деревья. Надеюсь, а если меня зарейдит и все дерево срубит? Не, блин, я не хочу так. Придется самому рубить. Ладно, деревья мы еще насмотримся в других локациях. Так. Процесс пошел. Улучшение пошло. У меня третий левел. А, я сюда могу что-то положить, да, теперь? Я так понимаю. А что я могу сюда положить? Сюда, допустим, топор, да, можно? А вот сюда-то что ложить, я не понимаю. Можно бинт сюда положить. Вот сюда что... О, да, да, нет, 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 ну сколько? Что? Тут заклинание есть. Все, ребят, я влюбился в эту игру. Я просто, я без ума от нее. Это та игра, от которой я уже без ума. Я обожаю игры, где есть магия. Мне, я раньше играл в подобные игры, где вот меч и магия, что-нибудь такое, где есть как бы и сражение, есть также магия. Это прям очень круто. И молния, нифига себе, ребятки, я думаю, разработчики, да блин, я не знаю, кто эту игру делал, но пока что меня просто распирают впечатлениями, ребят, просто распираюсь впечатлениями, играю в эту игру, охренеть, я просто офигеваю, я всегда хотел магию, я всегда хотел игра, где есть магия, тут она есть, о боже мой, ну, у меня нет слов, одни просто впечатления, ребятки, сложно описать. Как же просто грамотно разработчики сделали, подошли к этому. Очень круто, очень классно. Так. Дальше, я думаю, будет и больше и одежды всякой, может быть, больше персонажей. Я бы на месте разработчика сделал все-таки побольше персонажей, да, чтобы все прям уникальные были. Я бы хотел, чтобы уникальность, ну, разработчики бы сделали уникальность. Пока что не слишком... Да, можно, конечно, выбрать уникального персонажа, сделать по свой на свой вкус, но... Пока что не настолько прям это все круто. Я бы хотел больше, да, там, цвет волос, там, может, розовый какой-нибудь еще, там, телосложением, маскулистое, худое. Вот такое что-нибудь сделать. Было бы классно, я думаю. Так, значит, веревки, кстати, надо сложить более-менее нормально, аккуратно. Лучше два раза нажимать, оно само распределится, чтобы вы ничего не пропустили. Кости давайте. Кости по-любому тоже для чего-то нужны будут. Так, ну что ж, давайте уже что-нибудь сделаем. Первую грядку. Я бы хотел, наверное, сделать первую грядку. Для этого... Ой, для этого нам надо будет трава. Трава у меня была, да. Возьмем траву, возьмем, чтобы посадить могли. Не знаю даже, где сделаем грядку. Так, ну давайте место сейчас очистим. Вот тут, наверное, будет у нас грядка. Потом еще переместим. Я думаю, можно, надеюсь, будет снести это. Так, найс, найс. Это та самая игра, где, ребят, где просто впечатления одни. Ты играешь и наслаждаешься, да. Я играешь и офигеваешь. И думаешь, почему? Почему я раньше о ней не знал? Почему только сейчас? Так, делаем огород. А сколько можно огорода сделать, интересно? Я думаю, два. Обычно всегда два можно было. Ну, посмотрим. Давайте, почему? Я хочу много огорода. Два, да? Давайте два сделаем. Так, как оно делается? Строим. Вот так сделаем. А сколько можно? Можно даже еще больше делать грядок. А три, интересно, можно сделать? Ну, пускай вот тут будет еще. Давайте посмотрим, можно ли сделать три грядки. Да ну нафиг, серьезно? Ну, такого не было ни в одной игре. Серьезно, три грядки или не поставится? Максимум две. Превышен лимит на постройку. Ну, видите, вот... Надо было, вот, мне кажется, для разработчиков сделать, чтобы прям нельзя было создавать. Да? Ну, в принципе, ладно, это не так уж страшно. Но построили, да, не критично. Выкинули просто. Все, выкинули. Нафиг она нам не нужна. Посмотрим, ребят, как это все будет делаться.
Рецепты. Ну, вот тут на месте разработчиков, разработчики, если меня слышите, пожалуйста, сделайте нам больше рецептов. Ну, правда, ну это слишком банально. Вот такая масштабная игра, да, вот просто офигеваешь. И всего лишь один рецепт, как и у всех. В ЛСД так, ну, реально просто у всех так. Почему нам не сделать больше вариантов? Вот тут только морковка. Почему нету там... Ну, это уже ферма была бы, да, там... Тыкву, кабачки, какие-нибудь арбузы, еще что-нибудь. Прям много рецептов, 5, 6, 7. Да пускай 10 рецептов будет. Разнообразие, это же круто. Блин, прикольно. Каждый выбирает себе по вкусу. Тут только морковка. Ну, чем больше рецептов, согласитесь, лучше. Надеюсь, что разработчики сделают больше нам рецептов. Будет очень круто это все выглядеть и смотреться. Кто за, ставь лайк. Флаг семьи. Зачем нам флаг семьи? Подожди. У меня же есть какой-то флаг. А зачем мне еще ставить один флаг? Это я тоже не знаю, но у меня есть флаг. Вот он, флаг, сюда я могу кого-нибудь из вас заселить, да, у нас большая будет такая территория. Интересно, можно будет еще распустить семью можно также, ребят? Если там плохая кто-нибудь будет, можем распустить легко. Так, значит, что мы можем еще сделать? Это все сделали. Мешочек нам надо, по-любому, мешочек. Так, что нам надо, что нам надо, что нам надо? Там какие-то листочки, да, были? Так, веревка. Что там еще нам надо было? Да, все есть, создаем. Создаем мешочек, кладем его сюда, и у нас теперь больше места. Слушай, ну надо по-любому пойти на локацию, проверить свои способности. Так, кушать тоже нам, конечно, надо. О, прикол в том, что когда я кушаю... Из мяса выпадает косточка. Такого тоже нигде не было. Это прям найс. Разработчики делают игру более уникальной, более масштабной, расширенной. Это, ну, это очень круто, ребят. Это прям очень круто. Так, что напоследок? Мешочек сделали. Костер. Костер, нам листочки нужны, да? Ну, сейчас костер по-любому тоже надо сделать. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Так, идем сюда. А листочков у нас нету, листочков. Я не знаю, вот как разделить. Птицу взять, я не... Давайте еще разделим. Птичка, я думаю, нам пригодится, да? Нам просто хочется испытать, как вообще птица это работает. Она куда-то ставится, да, допустим, вместо аптеки. Я могу ее использовать. Надо еще научиться быстро предметы подбирать. Потому что на тебя могут напасть, ты должен это все быстро сделать. Это тоже очень важный фактор. Кто там такой? Это лось, я думал, это человек какой-то. Так, вон, я вижу листочки, давайте подберем. Так, найс. А, теперь мы можем сделать, да? Теперь мы можем сделать костерок. Какая-то дубина дальше при ударе производит приятный звук дробления кости. Чего? При ударе производит приятный звук. Надо будет послушать этот приятный звук. Почему бы и нет? Да, очень круто. Меч, конечно, неохота потерять свой. Мы чуть этого уже не сделали. Так, ладно, идем сюда и... А, блин, что? Вот сюда идем. А, строим. Строим, строим, строим. Тут у нас грядки, да? Я думаю, тут можно будет поставить. Рядом с грядками, да? Почему бы нет? Пускай рядом с грядками будет. У нас тут будет место производства. Рецепты. Вот это уже более... Вот это уже найс, да. Тут уже много рецептов. Это юмор, юмор. Минуточка юмора. Грибная похлебка. Причем не простой гриб, не белый там, а мухомор. Или это сыроежка. Ну, либо... Ну, это отсылочка, я даже не знаю. Похоже и на сыроежку, и на мухомор. И думай, что это такое. Я думаю, все-таки это сыроежка. Которая похожа на мухомор. Завар первоцвета какой-то, ягодный компот, стейк есть. И также уголь можно производить. Из вот этой два угля делается, из простой один. Лучше, конечно, из строганного делать. Вот, а уголь уже лучше горит. Ну, все равно, ребятки, рецептов много, но хочется больше. Чем больше рецептов, тем лучше, тем более разнообразная игра. О, боже мой, впечатление просто уйма, ребят. Просто уйма впечатлений. Стол... Плотника мы сделаем чуть позже. Я единственное переживаю, что я могу погибнуть и потерять это все. Ну, тут, в принципе, нечего переживать. Ресурсы у меня такие простенькие. Давайте сейчас посмотрим, как это все делается. Пойдем опять на простую локацию. Надеюсь, нас не убьют. 5 секунд, оказывается, надо было поставить. Хорошо, что от меня отвязался этот тип.
Пожалел меня, а мог бы убить. Мог бы убить и все забрать. Серёж, на сегодня это последний рейд будет. Серия, в принципе, больная. Больная серия. Продуктивная серия. Большая серия, хотел сказать. Большая серия, продуктивная. Вот. А тут меня не видит, да, если вот так крадусь. Сразу вижу какой-то сундук. Дайте-ка посмотрим. Меня тут могут убить. О, тут общаются ребята. Как это действует? Смотри, просто чувак напал на меня. А, они уже рейдят меня, смотрите, нифига себе. Они просто меня хотят зарейдить. И отберут... Это рейдеры, ребята! Офигеть, они просто забрали у меня все. Жесть! Ребята, мне нужна от вас поддержка, конечно же. У меня меч от... Знаете, преимущество моего клана в том... Вы запомнили, кто это был? Это сохранится и останется навсегда, ребят. Мы запомнили их клан. Мы им отомстим. Мы обязательно им отомстим. Жду вас, ребят. Обязательно создадим клан, если тут можно сделать. Мы этих гадов накажем. Ставьте лайк, пишите комментарии. У меня прям злость... На них. Видели, они втроем были. Это по-любому рейдеры какие-то. Конечно, они забрали меч, еще там что-то у меня отняли. И тут одному сложно выживать, ребят. Нужна поддержка, конечно же. Жду вас в этой игре. Всем до скорого. Пока-пока.